Всем привет! На просторах интернета много предложений по третьей руке. Меня, откровенно говоря, задушила жаба. И я решил из подручного материала сделать свою самодельную. Собираю третью руку. Вот в основании будет магнит, круглый магнит, гибкий валик от настольной лампы, который нашел в гараже, демонтировал патрон, значит, там был пятачок, такая пластинка, которую обжал вокруг ободка лупы, держит очень прочно, клей не использовал. Вот показываю это место. Так, ну а теперь буду про магнит говорить. Магнит, значит, вставил пластиковую пробку от шампуня. Использовать гайку чуть большего размера не рекомендую, очень легко сломать сам по себе магнит. Второй конец гибкого валика имеет резьбу. Вот показываю, что вот в это отверстие никак нельзя, не рекомендую прессовывать гайку. Ну, а теперь собираю. Шайба, само основание магнитное. Ну и закручиваю гайку. Значит, основание моего рабочего места стальное. Стальной лист, видно, вот красного цвета, толщиной 0,5 миллиметра. Очень прочно удерживает вот эти вот магнитное основание, рекомендую. Ну вот, в принципе, собрано. В любом положении можно зафиксировать лупу. Очень удобно. Меня вполне устраивает. Гибкий валик от настольной лампы. Валялась в гараже. Ну вот, дал ей вторую жизнь. Вот теперь, значит, крокодильчики. То же самое магнит. Но магниты у меня разные. Один магнит у меня с антенны автомобильной. Остальные магниты с динамиков. Значит, закрепил на магните крокодильчики, которые, опять-таки, в гараже валялись от зарядного устройства. Из тюбика холодной сварки соорудил вот такое, вот холодная сварка тюбик, соорудил такую вот подпорку. Когда она подсохла, закрепилась, аккуратно отделил сам крокодил от этой подставки из холодной сварки и проклеил эпоксидной смолой. Потому что холодная сварка очень плохо держит, может отвалиться. Но я не стал ждать, когда она отвалится, поэтому сам проклеил, не дожидаясь, когда отвалится. Значит, крокодил с одной стороны, значит, распрямил, сделал плоским вот эту вот жестянку и приклеил эпоксидной смолой. Держит очень плотно и уверенно. Значит, вы видите, синее — это для того, чтобы не было громких звуков, лязганье. Да, кстати, вот открыл крокодил, видите, кругляши. Это из резины, потому что пружина очень жесткая на крокодиле. И можно повредить и плата, и пластик, и,
Ну, для нежности вот приклеил резиновые такие штучки. Можно легко расширить функции крокодила. Вот, например, от вешалки, которая закрепляет брюки, тоже можно добавить или из нее сделать. Можно добавить, расширить его, добавив такую вот резьбу. Значит, можно к нему прикрепить подсветку, если в этом есть необходимость. Вот. Или еще что-нибудь. То есть можно расширить практически, ну, до очень большого количества функционала. Легко вращается и перемещается по поверхности стола. Можно использовать в качестве струбцины. То есть зажимая, ну вот, например, вот так вот зажав две пластины, проклеенные, оставить на длительное время для того, чтобы схватилось и заклеилось. Ну, вот сейчас покажу, наверное, основание. Да, вот стальная пластина у меня. Ну, чтобы не было лязганья, я говорю, я положил такую вот прокладку. Очень легко перемещается по поверхности. Но, наверное, на поверхность магнита нужно будет приклеить фибру какую-нибудь или, ну, ткань, чтобы не было грохота. Ну, что при перемещении, не при перемещении, а вообще притягивает и раздается лязг такой. Можно выбрать любое положение, разместить в любом месте. Можно добавить лупу туда дополнительную. Вот, значит, что еще у меня на рабочем столе. Значит, вот такие вот монтажные хомуты, которыми закрепляют пластиковые трубы, там кабель, я использую для того, чтобы вот, положить, закрепить. Например, паяльник на 220 вольт и паяльник питания от USB на 5 вольт. Легко снимаются, легко ставятся и прочно удерживаются. Можно легко расширить вот эту планку, добавив сегменты. Но такие хомуты есть разных размеров, и большие, и маленькие. Но у меня вот, наверное, средние они такие. Вот таким образом добавляются дополнительные сегменты. Но в этом у меня нет необходимости. Я просто показываю, что вот так вот можно делать. Вот лупа легко закрепляется. Ну и много для чего. Ну а теперь, по всей вероятности, будет небольшая интрига. Постарайтесь догадаться, для чего нужен электронный микроскоп, ластик, иголки швейные, упаковка от пачки сигарет, шпатели строительные. Ну и сам микроскоп. В следующих видео я расскажу и покажу, что с этим можно и нужно, не нужно, в общем, что можно из этого получить. У меня сломались очки. Я вот сейчас покажу, как я их. Вот я склеил. Клеем момент оставил на какое-то время, но мне показалось этим ненадежным. Эта склейка ненадежная, поэтому я взял, просверлил два отверстия с каждой стороны от места разлома. Как видите, плотно удерживает вот этот крокодил. Значит, армирую
проволокой, то есть просовываю проволоку вот в эти отверстия, скручиваю, вот, и слегка заливаю эпоксидной смолой. Но тут плохо видно, к сожалению, освещение слишком яркое. Вот. Чтобы не повредить стекла, я вот намотал по этому изоленту. Ну вот, на место слома и на место спайки, или как называется, вот там, где пропустил проволоку, смазал эпоксидкой. Вот так вот примерно. Ждите следующее видео.